Краски.
fost organizate în cadrul unei mari campanii europene, și anume Europa este mai mult decât crezi. Ulterior a fost deja un lucru excepțional pentru noi toți când am văzut ce prezentau acești copii. Erau copii cu diferite forme, cu diferite dizabilități. Copii care au avut nevoie de acest masterclass organizat la noi, și aici va trebui să spun un mare mulțumesc, și anume Olga Percinski, un tânăr, dar deja cu foarte multe lucrări foarte frumoase, și Olga Diakov. На самом деле мы были очень удивлены, когда проводили вот с Ольгой Перчинской мастер-класс, что детки настолько были открытыми, настолько они адекватно реагировали на все, и мы видели, что эта работа приносит им удовольствие. Меня зовут Ольга Перчинская. Хотела, во-первых, вас поблагодарить, что вы тут собрались. Вижу все такие теплые лица. Самое главное, что мы тут собрались и с благой идеей детям принести частичку нашей души. Потому что когда мы пришли первый раз с Олей в этот детский дом, мы, конечно, были такие: давайте, мы вам поможем. И я говорю: я хочу с детьми поговорить, вот мы с Олей. А директриса спросила: вы точно хотите с ними поговорить? И когда они собрались, эти детки, вокруг нас, я поняла, что это одними разговорами это не закончится, что дети на самом деле хотят общаться более душевно. Точно будет счастье вам! Я за, у меня и так оно есть. Поздравляем вас. Спасибо. Ну, у нас есть и второй покупатель. Госпожа Дятова приобретает эту картину прекрасную. Ну, абстракцию. Цветами. Надеюсь, я буду вас рада. Спасибо. Мы с удовольствием приобрели эту картину, потому что здесь, как на маленьком участке, локально сосредоточено большое количество рук, аура ихняя добрая. Учитывая, что я тоже детство дома, я очень прекрасно понимаю, что такое, когда не хватает родительской ласки. Хотелось бы, чтобы, например, масс-медиа, которые вот здесь представлены, все-таки почаще крутили ролики, рекламная, а больше каких-то детских. Мы должны воспитывать взрослых, напоминать им о том, что мы все были детьми,